Встречи с белорусскими писателями и даже мастер-классы. Столичные детские библиотеки каждый год посещают порядка 120 тысяч юных читателей. Только центральная детская библиотека ежегодно обслуживает более 18 тысяч человек. Юным книголюбам предлагают широкий ассортимент изданий, классическую и современную литературу, энциклопедии и школьные пособия. Учитывается спрос читателей. Также здесь проводят онлайн-акции, интерактивы и презентации. Всего в Минске 18 детских библиотек. Я участвую в акциях, люблю читать книги о природе, о животных и о птицах. Большое внимание уделяется как патриотическому воспитанию, так и воспитанию семейного чтения. Мы стараемся пригласить и авторов наших современных белорусских, и разработать какие-то мастер-классы, рекламы книг, которые у нас есть в фондах замечательные, чтобы наши юные граждане могли познакомиться, поучаствовать и что-то полезное для себя узнать.